И чем же вы тут занимаетесь, многоуважаемый директор? Я? Проверяю отчетность. А что вы здесь делаете ночью? Интересный способ проверки отчетности. Отчетность – это дело директора и бухгалтера, но никак не юриста. Так что ваше любопытство неуместно. Я хотела бы закрыть кабинет. А я бы хотел поговорить. А я хотела бы закрыть кабинет. Ну, зачем так воинственно? Я хотел сказать, если вы копаете под Баринова, я готов присоединиться. У меня есть свои причины для этого. Баринов когда-то очень сильно навредил моей семье. Подробнее я пока не могу вам сказать. Вам придется поверить мне на слово. С какой стати? Хотя бы потому, что у вас нет выбора. А если я не соглашусь? А если я расскажу Баринову о вашем предложении? Я тоже ему расскажу о вашем трудовом энтузиазме. Меня Баринов знает немного дольше, так что скорее поверит мне. А вас в лучшем случае выгонят, а в худшем закопает. Какая-то дикость. А, вы же не в курсе. Глеб Баринов в лихие 90-е был очень известным криминальным авторитетом по кличке Глыба. И в средствах он по-прежнему не стесняется. Поймите, я выиграю в любом случае. Если я накопаю что-то против Баринова, то я сведу с ним счеты. А если я ему сдам вас, мне будут больше доверять. Поговорим? По отчетности прослеживается одна цепочка. В Горетовке, через филиал нашего фонда, на счет одного дома престарелых переводятся бешеные суммы. Вы думаете, что деньги тратятся на что-то другое? На эти деньги из богадельни можно было бы выстроить дворец, но ремонта там никогда не было. Может, просто воруют? Нет, не похоже. Слишком большие суммы. Скорее, похоже на отмывание криминальных денег. Интересно. Может… Проверим эту версию на месте, а? Да нет, нам нельзя обычным транспортом. По билетам очень просто вычислить, кто мы, куда поехали, это опасно. На машине долго, мы потеряем слишком много времени. У нас отпуск недели, плюс завтра суббота, еще воскресенье, итого 9 дней. Думаю, что нам надо лететь. Вы предлагаете угнать самолет? Ну зачем так радикально? У меня есть друг, летчик, он пилотирует грузовые самолеты. Мы можем попросить его помочь с транспортировкой. Когда? Думаю, завтра. В первой половине дня можно будет вылететь. Хорошо. Тогда до завтра? Угу, до завтра. А вы даже не спросите, откуда мы летим? Вы сами скажете? Грузовой терминал Домодедово. Подъезжайте к аэропорту в 9 утра. Хорошо. До завтра. До завтра. Я сейчас приеду. Да ничего не случилось. Приеду, расскажу. Пока. Я тебе скажу, что на счета этого дома престарелых поступают сумасшедшие деньги. Более того, там невероятная смертность. 90% из вновь поступивших в течение нескольких месяцев умирает. Ну, может, сами по себе. Знаешь, смена обстановки, она и молодых доканывает. А уж стариков-то. Нет-нет, тут надо разобраться. Я думаю, что это как-то может быть связано с теми нелегальными разработками, о которых мне говорил Джеймс. Опасно это все. Злая я на твоего Джеймса до невозможности. Ну как можно мать своего ребенка заставлять заниматься таким опасным делом? Ну не злись. Не злись на него. Я же сама напросилась. Джеймс, он уже 100 раз пожалел, что позволил мне вмешаться. Ну все, сейчас лягу спать, подъем в 6 и весь день за рулем. По нашим дорогам, одна, на машине, еще в какое-то сомнительное место, вообще себя не бережешь. Ты понимаешь, что по билетам меня засекут? Понимаешь? Саш. Ну что? Ну ты же будешь рядом с тем местом, где Пашка роман пишет. Буду. Филиал там недалеко находится. Ну возьми несколько баночек, а? Салатики там, грибочки. Ой, Едвига. Ну что? Кто там? Госпожа Сеймур, откройте. Какого черта? Исключительно из вежливости. Я побоялся, что вы с утра терминал не найдете, и решил вас проводить. В машине спать оказалось холодно. Вы же не дадите мне замерзнуть? А, извините, нас не представили. Константин Суворин, юрист фонда «Росток». Едвига, пенсионерка. Но чего человеку мерзнуть? Ну, правда, холодно. Ложитесь здесь, на диване. Спокойной ночи. Суровый у меня начальник, да? Проходите. Располагайтесь. Вот подушки, плед. Может, чаю горячего? Нет, спасибо. Спокойной ночи, Константин. Спокойной ночи. Ну чё там? Ну чё, охрана, мать вашу, тут весь забор нахрен можно обложить динамитом, а вы и не проснетесь. В чем дело? Да ночью все равно сюда никто не приезжал. Открывай давай ворота, работничек. Дебилы, мать вашу. Похоже, кто-то из центра приехал. Говорят про какой-то экстренный план. Не слышно ни хрена. Металла полно, фонит. Придется поторопиться. Не дай бог. Они решили свернуть или заморозить исследование. Нужно, чтобы Кэт срочно всю аппаратуру подготовила. Чем быстрее мы туда влезем, тем лучше. Слушай, Дэн, по поводу Кэт. Ну, короче, она меня достала. Неправильно все делаешь. Неправильно говоришь, неправильно стоишь. Все, что я не делаю, все это плохо. Ну, ты же понимаешь, она еще не отошла после гибели Урмаса. Опять Урмас. Послушай, насколько я могу говорить, что я не виноват? Да успокойся. Мы все знаем, что Урмас сам лез на рожон в последнее время. В такие авантюры ввязывался и нас за собой тянул. Удивительно, что он раньше не умер. Ну тогда скажи об этом, Кэт. Кэт профессионал, она соберется. Ага. Просто пока она соберется, я взорвусь. Терпи, иначе все дело завалим. Кэт, пора готовиться к вылазке. Похоже, в приюте какая-то возня. Мы же договорились. Пойду пожрать приготовлю. Хватит тебя мучить. Урмаса не вернешь. Мне его очень не хватает. Ничего. Надо работать. Надо жить. Вспомни, как Урмас не любил, когда распускали сопли. Да. Точно. Он бы первый всыпал мне за это. Вот и соберись. Кэт, все будет хорошо. Барбарисович, на. Доброе утро. А я вот решил начать новую жизнь. Да, Леха? Возьми, возьми. Молодец. Отлично. Супер. Я никогда не слышал, как вы смеетесь. У вас такой детский смех. Кстати, самолет через 2 часа, надо собираться. Это гостинчик всего по одной баночке. Ой. Садитесь, Константин, завтракайте. Угу. Едвига, Павел все это купит в магазине. Это все свое, домашнее. Какой магазин? Едвига, скажите, это для кого? Это вот для Паши. Для сына моего. Едвига, это очень тяжело. Мы не возьмем. Мы не возьмем. Сандра, вы американка, и вы не понимаете русских обычаев. Если бы я отказался взять гостиницу моей мамы, она бы меня просто убила. Подарков и правда многовато, но штук 5 мы возьмем. Обещаю, все передам. Вы мне только адрес дайте. Хорошо, сейчас записную книжку принесу. Только, Константин, я вас очень прошу, опятки не выгружайте. Паша очень любит соленые опята. Ну и где здесь опятки? Потрясающе. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо. Угу. Горячий. Спасибо. Какой же ты красивый. Не бритый и не причесанный. Нет, это другая красота. Да? Она идет изнутри. Странно. Раньше ты так никогда не говорила. Какой бы у нас был красивый ребенок? Какой ребенок? Наш. Я так люблю тебя, Джеймс. Я так хотела бы родить от тебя ребенка. Я все понимаю, разницу между нами. Я ни на что не претендую. Я готова воспитывать малыша одна. Родить ребенка от любимого мужчины. Что может быть важнее для женщины? Мне пора. Ну, сегодня выходной. Да, я знаю, но мне нужно Коре. Возьми меня с собой, а? Анна, мне кажется, об этом мы с тобой уже говорили. Я никогда не познакомлю тебя со своей семьей. Потому что мы люди разного круга. И мне кажется, ты, как женщина умная, должна это понимать. Почему тогда ты спишь со мной, а не с человеком из своего круга? Но я не только, как ты выражаешься, сплю с тобой. Еще снимаю тебе вот эту квартиру, и, как мне кажется, неплохо тебя содержу. Но если тебя что-то не устраивает, тебя никто не держит. Ну, прости меня. Я просто хотела быть немного ближе к тебе. Но мне кажется, ты и так достаточно близко. Спасибо, кофе был чудесный. Давайте, мистер Хиггинс будет с нами обедать. Давайте. Он явно что-то хочет съесть. Одна ложка. Вторая. О, он даже улыбается. Наверное, очень вкусно. Давайте и вы. Ну, хоть капельку. Ну, хоть чуть-чуть. Тук-тук-тук. Здесь живет Кора Харпер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дженни. Хорошо, что вы пришли, Дженни. А мисс Кора не хочет обедать. Может, вы с нами пообедаете? Я с удовольствием. Ну, что, солнышко, пообедаем? Ну, давай садись за стол. Ой, тогда я еще принесу прибор для Дженни. Спасибо. И доктору скажу. Хорошо. Ну, Кора, давай. А мы с Дженни посмотрим, как ты будешь кушать. Да, Дженни? И здесь еще два человека. Ест? Сама? Да. С новой куклой. Замечательно. Доктор, что? Я усилил охрану. Как угодно. Потом. Мильдерс, я думаю, что этого достаточно. Всего 5 баночек, а как-то нелегко. А я говорила, не надо было брать эту сумку. Укоризненные глаза едвиги преследовали бы меня всю жизнь. Я бы не вылез. Ну тогда не нойте. Каждый сам выбирает свою судьбу. Куда ехать? Поселок Верхней Ямы, Ковязинского района. Не. Ребят, вы чего? За 3 дня снег сыпал. Эти ямы по шею завалил. Там дорог завездишь, только трактором вытащишь. Ну и что теперь, лететь? Оттепели ждать. Потом подморозит, нас ляжет. Можно и ехать. Командир, 2 счетчика. Пойдет? Смерти моей хочешь? 3. Ладно, грузитесь. Только учтите, деньги вперед и никаких гарантий. Если там по пояс, я не полезу. Тут в прошлом году в одну ночь столько навалило, что мэр свалки Кривого застрял по самую крышу. Кривой — это местный бандюган, он все рынки в городе крышует. Он в Верхней Яме к бабке ездил, в баньке парился. А тут сроду никто никогда не чистит. Еле трактором его мэр из сугроба вытащил. А осенью смотрю, Валек уже на джипе рассекает. Как нормальный пацан. Как директор Ростка, я сначала получу документацию из местного филиала, а потом будет видно, что делать дальше. Говорила мне бабушка, не жатвы поле. Нет, все-таки поперся. Трындец, граждане, приехали. Давай, командир, толкни. Давай. А ты что сидишь? Присоединяйся. Ну что, толкнем? Подожди. Давай еще разок. Давай. И пошла. И раз, два. Давай, давай, нажми. Пошла. Хорошо. Садимся. Назад до города. Как? А я говорил, никаких гарантий. Я туда не полезу, хоть режьте. Если хотите, идите сами. Да тут недалеко, километра полтора. Поедемте назад. Я же ядвиги обещал. Тем более, что осталось 1,5 километра. Вы с ума сошли? Нет. Я люблю пешие прогулки. Здоровый образ жизни, опять же. Ну что, идете со мной или в город? С вами. Бывай, командир. Ой, мамочка. Ой. Что случилось? Нога. Поднимайтесь. Ой, больно. Больно? Ой. А идти сможете? Ой, нет, больно. Зачем мы пошли? Что теперь делать? Ну да. Это вам не Америка с Европой. Россия, матушка. Дороги и дураки. Верхом давно ездили? Что? Давайте. Поднимайтесь. Тяжело? Все в этом мире относительно. Самое главное, держитесь покрепче. Добрый вечер. Можно войти? Да-да, конечно, проходите. Хотите чего-нибудь выпить? Нет. У меня всего лишь один вопрос. Что за родственные связи вы имели в виду? Я всего лишь хотела наладить отношения с будущей свекровью. Только поэтому вам и позвонила. Вы бредите, милочка? Нет, я вполне адекватна. А вот вы, похоже, не очень понимаете ситуацию. Я собираюсь выйти замуж за Джеймса. Джеймс ко мне очень привязан. У нас великолепный секс, я думаю, мы будем очень счастливы. Вот, собственно, и все. Что? А вы не забыли, из какой помойной ямы вас вытащил Мелдерс? Кстати, о Мельдерсе. Думаю, Джеймсу будет небезынтересно узнать, что его собственная мать наняла начальника охраны круглосуточно следить за ним. И 2 раза подкладывала меня к нему в постель, чтобы отвлечь от бывшей жены. Наглая дрянь. Угу. Как вы смеете? Я смею. Изрядно осложнить ваши отношения с сыном тоже могу. Вы учтите это. Я думаю, нам лучше все-таки дружить. Такси. Через полчаса. До паба на Кейбл-стрит. Мельдерс, да кого мне подсунули? Эта дрянь решила, что ей все можно? Да она собирается замуж за Джеймса. Но это же просто возмутительно. Нет, это ваша ошибка, Мельдерс. И вам ее исправлять. Даю вам 2 дня. Делайте с ней что хотите, но она должна заткнуться раз и навсегда. Устали? Нет. Номер дома забыл. Помнил и забыл. Почта где-то в центре, там Дарья Михайловна работает, которая Павлу по хозяйству помогает. Приехали. Ну, отпустите меня, я попробую сама. Осторожно. Пойдемте. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужно увидеть Дарью Михайловну. Закройте дверь, пожалуйста. Да, я вас слушаю. А, хозяйство у Павла, я смотрю, в полном порядке. К Павлу Сергеевичу вы? Да. Я вас провожу. Тут совсем недалеко, идемте. Сейчас чаю попьем. Замерзли, наверное. Идемте, идемте. Осторожно. Вот. Дом Павла Сергеевича. Он сейчас так обрадуется. Ой. Паша! Радость моя! Ну где ты ходишь? Сколько можешь? Паш, к тебе гости. Ёлки-палки! Какими судьбами? Здрасте. Мы вам гостинчик от мамы привезли. Константин Суворин, юрист. Павел Удальцов, писатель. Благодарю. Ой, баня у вас замечательная. Ну уж, если американка оценила. Это мы с Едвигой Сандру приучили. Как это так? Приехать в Россию и не попариться в бане? Непорядок. Ну, я так понимаю, вы в наши края ненадолго? Да, нужно несколько вопросов решить. Инспекция. Понятно. Так. О. Вот пирожки с опятками. А вот это солененькие. Паша очень опятки любит. Да, да, вы знаете, в этом году был такой урожай. Лето ж сухое было, вот. Но осенью дожди. И вот, честное слово, ну грибов было столько, что просто косой коси. Ну как? Дарья Михайловна, мой вам респект. Паш, ты хоть что-нибудь пишешь? А как же? У нас уже роман на серединочке. Ну если бы не Дарья Михайловна, дар мой бесценный, я бы тут просто-напросто пропал. Представляешь, вначале чуть у печки не угорел, потом 3 ведра в колодце утопил. Да. Косоруки. Дар действительно редкий. В наше время мало кто умеет печь пироги. Все полуфабрикатами питаются. Ой, да что вы, нет, у нас все свое домашнее. Давайте я вам картошечки положу с огурчиком. Давайте. Не откажусь. Капустки возьмите. Может, вам тоже положить? А то вы грустная какая-то. Нога болит. Нет, нога уже почти не болит. Вот. Я же говорил, бабушкино средство. Этот бальзам, он за сутки вылечивает любой ушиб. Ой, чудесные у вас тут места и люди. Может, выпьем за это? Грамм по 100. Ой, а мы не держим. Я вообще не люблю. Ну, только бальзам на спирту настаиваю. А Пашке так вообще нельзя. Ну, потому что у писателя должна быть голова ясная. А знаете что, Дарья Михайловна? Положите ко мне картошечки с грибочками. Доброе утро. Эх, благодать-то какая. Захотелось прямо полной грудью вздохнуть. Не поможете мне спину растереть? Ладно, я сам попробую. Вам лучше ногу поберечь. Ай, хорошо. Нога уже почти не болит. Бальзам Дарья Михайловна сотворил чудо. Поворачивайтесь. Ну ладно. Давайте, давайте, не бойтесь. Красота! Сильнее! Сильнее! Ой! Ой! Я нечаянно, простите, больно? Да ничего, пустяки. Бальзам Дарья Михайловна поможет. Вам очень идет смущение. Ну вы чего там застряли? Завтракать идете? Да! Да! Ну, угощайтесь. Дарья сама готовила. А где она? А Дарьюшка по утрам разносит почту по окрестным деревням. Настоящая русская женщина. Правильно. Избы горят, кони скачут, а мужик все время на печи лежит, как Емеля. Это ты насчет меня? Да нет, что ты. Ты же у нас уже на серединочке, Роман. А вы хорошо знаете наш фольклор. Это благодаря Удальцову. Читаю рекомендованную им литературу. Сандра, я вот что хотел вам предложить. Возьмите мой джип для командировки. Мне все равно особо ездить некуда. Да нет, что ты. У нас не так много дел, мы решим вопрос с транспортом. Но ты же сама говорила, вам нужно объехать несколько населенных пунктов, а дороги здесь сами видели какие. Нет, ну мы не можем забирать… Огромное спасибо. Прямо не знаем, как вас благодарить. На такси по здешним медвежьим углам не накатаешься? Вот и я об этом же. Берите, берите. Вы что, сговорились, что ли? Хорошо, что вы дали себя уломать. С машиной нам будет намного удобнее. У вас просто дар божий злить. А с утра вы смеялись. Потом меня расцарапали. Ни за что. Это был аванс. Ну? Ну, все работает отлично. Машина-зверь. Ну ладно. Даша, привет. Вернем на обратном пути. Спасибо тебе. Хорошо. Будем ждать вас. Угу. Удачи. Спасибо. Оставь еще по паре охранников здесь и здесь. Проверь камеры видеонаблюдения. Ну и никого к чертовой матери не пропускать. А я потом. А как же мой медперсонал? Только по пропускам. А, ну да, да, конечно, конечно. Но мы материал забираем. Все в актовом зале, как обычно. Меня ждите. Ага. В воскресенье тут никого не должно быть. Во всех нормальных конторах выходной. Тут наверняка есть сторож. Узнаем у него, где живет начальство. Зачем же терять целый день? Тоже верно. Я же говорил, никого. Лен, не отставай, ну поживей. Доброе утро. А вы чего тут безобразничаете? Здравствуйте. Мы с инспекцией из Москвы. Хотели бы узнать, где живет ваше начальство. Срочно нужно. А Саныч на заимку уехал, охотиться. Ну, конечно, выходной же. Уже неделю как уехал. Сейчас самый сезон. Ну, а кто за него? Да никого. Да тут народу-то. Саныч, да бухгалтерша Лялька, полюбовница его. Он Ляльку всегда с собой на заимку берет, от жены прячет. Жена, ох и стерва у него, жена. Ну а что, филиал закрытый стоит? Ну, само собой, раз все на охоте. Ну, а что, на заимке его найти можно? Ну, можно. Только я там не был. А там кроме Ляльки и Саныча никого не бывает. Это у них там схрон. Безобразие. Ничего особенного. Российская глубинка. Спасибо. Извините за беспокойство. А из спасибо-то шубы не сошьешь. Дикая страна. Держи. Это точно. Спасибо. Неделю назад по городу медведь ходил. Думали, из лесу. Пристрелили напрочь. А зря пристрелили-то. Мишка дрессированным оказался. Фокстрот плясал. Из цирка приезжего сбежал. Вот. Ну, бывайте. До свидания. До свидания. Прощавай. Не понимаю, как можно неделями прогуливать работу? Да тут начальство далеко. Люди живут спокойной и естественной жизнью. Послушайте, вы всех меряете по себе. То есть, по-вашему, если человек нормально работает, каждый день, то он живет противоестественной жизнью, так что ли? Мы сами сейчас прогуливаем работу. Сегодня выходной. Значит, завтра будем прогуливать. Это непременно надо отметить. Я вас приглашаю в самый крутой местный ресторан. Надо же как-то скоротать день до вечера. И вообще, давайте жить дружно. Нас ждут великие дела. Но если только в самый крутой. Ну и что делать будем? За ними? Нет, не сегодня. Посмотрим, может быть, здесь что-нибудь интересное услышим. Кэт утром сказала, что практически подобрала код. Ночью попробуем проникнуть в эту богадельню. Продолжай слушать. Окей. Да, Глеб Анатольевич, все в порядке. Я оборудование проверил и охрану расставил, так что не беспокойтесь. Нет, все тихо. Ребята свои, толковые. Думаю, все будет нормально. Подскажите, где у вас самый лучший ресторан? Да вон, Эльдорадо. Даже так? Спасибо. Не за что. Пойдемте отсюда. Зачем так сразу отказываться от Эльдорадо? Пахнет хорошо прожаренным мясом. Прошу. Отбивные привезут только завтра. Поймите, я с дамой. Но числова нет. Кончились. Помилуйте, любезный, в зале никого нет. Но мы их отправили. В администрацию, налоговую, в дружественные, так сказать, организации. Рады вас видеть в нашем ресторане. У нас есть большой выбор настоящих крымских вин, холодные и горячие закуски, гарниры. Спасибо, я посмотрю меню. Одну секундочку. Главное, немного жженого сахара, и вкус мяса моментально меняется. Стой. Вперед. Красота. Старались. От всей души и от всего ресторана. Спасибо, Петь. Выпьешь с нами? Нет, Кость, спасибо. Не буду мешать. Отдыхайте. Спасибо. Какой смешной. А вы легко сходитесь с людьми. Юрий должен быть коммуникабельным. Когда-то я на спор сдал экзамены в юракадемию, только потому, что у меня хорошо подвешен язык. Заболтал экзаменатора. Верю. Вы легкий человек? Уточните, легкий – это легкомысленный? Нет, я не об этом. Но ощущение, что не было у вас в жизни ни неудач, ни проблем, ни серьезных потерь. Простите, я что-то не так сказала? Все в порядке. Вам нравится обед? Очень. Я рад. Давайте выпьем. За доверие. Оно нам сейчас необходимо. Как воздух. Согласны? Вполне. Мне захотелось прочесть Достоевского в подлиннике. Потом были коммерческие интересы, и я стала изучать русский. Работала у бывшего мужа в благотворительном фонде, налаживала связи с вашей страной. Вообще, мне нравится в России. Сегодня это было особенно заметно. Во время встречи с доблестным сторожем филиала, например. Нет, Россия интересная. Это точно. По крайней мере, не скучная. Ты не поверишь. Ой, слушай, ко мне пришли. Добрый вечер. Да. Нам бы пару номеров. Очень хочется спать. А номер свободный один. А, ну вот вам и не скучное. Как один? А так, слет лесорубов. Номер свободный один, но там кровать большая. Это судьба. Перестаньте поясничать. Мы не можем спать на одной кровати, это понятно? А почему? Там два таких здоровенных лесоруба спали, ничего, кровать не сломали. Ну вот там, лежи, да. Нормально. Ну чё тут? Зачем же они уехали, если слёт идет? Запили, как черти. Пришлось их в отрезвители до дома. Понятно. Ну и что будем делать? Чё, тётя, продолжим? Раскладушечка есть. За дополнительные деньги. Разве я на ней помещусь? Ставьте. Я буду на ней спать. Ну что? Ничего. Никаких результатов исследований. Только финансовая отчетность по приюту. Плохо. Ник, как там? Ну, пока все чисто. Ну все, думаю, больше искать здесь бесполезно. Значит, все-таки похоронное бюро. Угу. Уходим. Мельдерс, включай караоке. Будем петь. Да что ты говоришь? Надо как следует оторваться перед началом моей семейной жизни. Анна, о какой семейной жизни ты говоришь? Опомнись. Ты даже не представляешь, какие могут быть последствия. Ты сама рискуешь и меня подставляешь. Трус. Чего ты боишься? Этой сучки Лис, что она тебя уволит? Тоже мне трагедия. Никогда не надо. Плевать в колодец, из которого собираешься пить. О, пить. Это хорошая мысль. Мелдерс, налей мне виски. Угу, сейчас. С тебя хватит уже на сегодня. А ты что командуешь? Я сама налью. Да у тебя самой вместо мозгов виски. Пусти. Придется держать тебя в заперти, раз ты слов не понимаешь. Запрешь меня? Послушай, если будешь продолжать в том же духе, ойкнуть не успеешь, в тюрьме окажешься. Ты меня знаешь. Что? Испугался? Штаны наделал? Что? Кто ты такой? Да кто ты такой? Да ты вообще никто! Ты избавиться от меня захотел, трус! Эта сучка Лис помыкает тобой, как собака, а ты рад! Понимаешь? Ты ничтожество! Анна. Анна.